Всем привет, ребята! Вы попали на канал Незерман. И сегодня мы с Найсемом будем играть на карте Спанч Боб в прятки. Всем привет! Да, окей, Найсем, погнали. Тут такая красивая карта, если честно, я даже не знаю. Найсем видел, что здесь будет, а я еще нет, поэтому... Ну, я чуть-чуть посмотрел. У него будет немного преимущество в этом плане. И так, что тут у нас так, есть? Так, давай, ты первый, наверное, давай. Ладно, в прошлый раз я, давай ты. Да. А где нажимать? На плиту становись. На плиту. Тебе букву положу. Положи одну желтую туда. Да ладно, давай. Положи одну желтую туда. Так она у меня одна. Одна на тебя. Так, отойди. Так, что дальше? Надо? Желтая. Ты. Желтая. Так. Давай. Желтая. И желтая. Желтая. Да ё, у меня сейчас будет зеленая, да? Не, желтая. Блин. Зеленая. Ха-ха, ты. Может это все? Я ищу. Да, может это все, что у тебя есть. Так. И себя с нее пройдет. Слава Украине. Здорово, слава. Так. И всё? Себя сними одну броню. Так, вот твой ящичек слева, да? Так. Вот это. Да. Там бери оборудование себе. Меч, броня, еда. Все, я готов. Вот там паутинка. Так, надо ее одеть на себя. Паутинки. Ладно, смотри, ждешь одну минуту, пока я спрячусь. Окей. Прыгай туда в паутинку и жди одну минуту. Где? Назад, туда. Где? В комнату? Вот сюда. Прыгай и жди, все, давай. И жди одну минуту. Так, ну думал, он нас найдет мне, но не очень быстро. Давай, что там тут? Ты уже готов? А, это тут тоже можно прятаться везде? Нет. Что это за квартира? Все, давай иди уже, ищи меня. А как отсюда выйти? А там это... Да, все, выходи. Итак. Ой-ой, я упал. Так, ладно, смотрим. Так, я вижу Спанч Боба. Я вижу этого, да? Ого. Так. Только там лёг. А, нельзя туда залезть? Ну, можно. Но надо найти вход. Так, кожаный. Но я спрятался вижу... очень сильно. Он... Я вижу Патрика. Он меня... Ну... Найдет, но не скоро. А, нет, он мне легко найдет. Угу, я все понял. Спасибо. Легко, я типа уже угадал, где ты? Да нет, здесь просто очень легко могу найти. Так давай какой-то фейерверк, может, запустим. Так, где прекрасное место для фейерверка. Не, подожди, не запускай, потому что я тут в щель упал. А зачем ты сюда пришел? А, здорово, блин. Запусти фейерверк, я сказал. А я случайно сюда попал вообще. Так, чисто по фану. А что, надо убить тебя? Да, убить. А, ну ладно, давай. Да ё. Хотя, стоп, не убивай, не-не-не, подожди. Ты хочешь телепортнуться? Так, ребята, я первый раунд выиграл, естественно, это неудивительно было. А, давай, убивай. Читер, кодер. А как мне вернуться? А, ты меня сейчас туда перенесешь? Ну, только я же сам, может, ладно. Да, что это за комната вообще? Блин, мне теперь интересно, где я буду прятаться, потому что я вообще не понимаю даже, куда идти. Конечно, вот. ПП, Незерман, Найсем, 9-1-5-9. Оп. Давай мне вещи свои. Так, отдаю тебе меч. Отдаю тебе броник. Отдаю тебе... А еду я не буду отдавать себе, просто оставь свой удар. Так. А, все, мне больше ничего не надо? Нет. И броня мне не нужна? А, броня нужна? Нет. На, выбирай. Стоп, это моя броня, отдай. 3 года. Давай, иди. Все, пока. Итак, ребята, сейчас моя очередь. Я пытаюсь найти себе какое-нибудь укромное местечко, но Найсом все время подглядывает. Как бы мне здесь запрятаться? Так, сейчас. Так.
Подожди, я еще пока не запрятался, поэтому никуда не смотри, ходил. В прошлой серии я тебе легко нашел, а в этой серии ты меня легко нашел. Да, естественно. Что ты смотришь, Миока? Ну, легчайший для профессионала, скажи. Да, не смотри, только не посмотри, где я. Mm-hmm. Ты уже 3 раза посмотрел. Сейчас он, наверное, в океан пойдет оттуда, или нет. Ну, долго еще будешь прятаться? Да. Так, надо найти подходящее местечко. Его здесь просто нет. Такими темпами я очень долго буду тебя искать. Окей, ладно, я запрятался. Стоп, а мы друг друга Ники не видим, да? Нет, я не вижу. Все, ты можешь идти. Хорошо, иду. Так, да. Ты сначала включу запись. Я здесь пока посижу, почилю. Дай фейерверк. Дать уже. Только смотри в небо. О, не давай. Смотри в небо, чтобы ты меня не спалил сразу, потому что если я выгляну, то ты просто меня увидишь. Если надо фейерверк, то просто скажи, чтобы... Давай. Вверх смотри. Я вниз смотрю. Нет, а, ну смотри под себя. А, хотя как ты умеешь фейерверк. Ну я так скажу, мне очень сложно дать фейерверк, потому что ты очень недалеко от меня. Поэтому надо ищи. Видел? Можешь выключить себе звук, чтобы я слышался? Окей, ладно, сейчас выключаю себе звук. Ну, я приблизительно понял. Ты еще не увидел? Ты не увидел меня? Не видел? Откуда? Стоп. Он же будто... Блин, прикиньте, он только что прям смотрел на меня и убежал просто мимо. Ладно, я включаю себе звук. А можно еще один звук? Люди... А можно еще один фейерверк? Да можно, просто меня сейчас увидишь, скорее всего. Ну можно. А как он из земли идет? Ау, вы погибли. Возрождение. Йоу-йоу-йоу. Ну, в принципе, на этом все. Хотя, можно, в принципе, еще один быстрый экстра раунд. Давай экстра раунд. Все, беги, а я быстро бегу в паутину. Сразу, как я спущусь, сразу иду тебя искать. А фейерверки? А, фейерверки там есть. Да бери, пофиг. Так, я тоже буду фейерверки запускать. Блин, ты сколько, я уже устал. Давай только прячься очень быстро, потому что я, как только выхожу, сразу бегу к тебе. Да? Да. А зачем? Найти. Когда? Сегодня. Кто? А что если запустить фейерверк в паутине? Он не сработал. Ай-яй-яй. Все, я иду тебя искать. Надеюсь, этот незерман меня не найдет. Ну, карта вообще с очень легкими местами. Не сказал бы, что они очень сложные. Если вы хотите прятки, то пишите плюс в комментариях. Да, если вам нравится этот формат, пишите плюс. И мы будем стараться искать еще крутые карты для вас. Я выгнал, у тебя нет. Я подозреваю, где ты можешь быть. Блин, я погляжу жестко. Так. Я сделал, я дал 2 фейерверка. Не видел. Блин, я вообще, походу, не там. А, еще не там. Все, пока не буду. Так. Походу, где?
где-то. Так, ребята, смотрите на карту, ищите, где этот Найсон. А ты не мог сюда наверх залезть, там, где мы спаунились? А, ну, можно, но нет. Блин. А ну, запусти фейерверк. Запустить фейерверк? Да. Ну, подожди. Дал, ушел. Все, я увидел. Я увидел фейерверк. Сейчас будут поиски. Ты куда ты бежишь? Ты убегаешь? А, блин, я тебя увидел. Ну и где мне тебя искать? Я даже подозревать где-то есть. Где есть? Вот. Пау-пау-пау-пау. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, пишите комментарии, что вы думаете об этой рубрике. Насколько вам нравятся прятки, насколько нет. Может, вы предложите что-то еще поинтереснее. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи. Всем пока.